С новостями к этому часу с вами в студии Елена Семеновичева. Приказ Минсельхоза России, который обязывает производителей питьевого пакетированного молока оформлять ветеринарные сопроводительные документы в отношении каждой партии, не должен повлиять на цену реализации производственного продукта. В Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК считают, что документ не повлечет за собой роста цен на молоко, которое в частности производят ненецкие аграрии. Комментируя данную ситуацию, специалисты Департамента природных ресурсов отметили, дело в том, что согласно утвержденному постановлению администрации региона, цены зафиксированы на одном уровне. Это позволяет производителям молока получать субсидии, а значит повышать цены не в их интересах. Заместитель начальника Государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого округа Мария Струнгаров, в свою очередь, сообщила, что ветеринарные справки на каждую партию молока оформляют бесплатно, поэтому никакой дополнительной финансовой нагрузки не несут. Сопроводительные документы выписываются как в электронном, так и в бумажном виде. Собственники земельных участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, не смогут избежать уплаты повышенного земельного налога, если в течение 3 лет с момента покупки земли не построили жилой дом или не зарегистрировали его. Об этом сообщил замдиректора Департамента недвижимости Минэкономразвития Вячеслав Спиренков. Ведомство подготовило поправки в налоговый кодекс, стимулирующие хозяев земель не держать их в запустении, а обустраивать. Пока жилого дома на участке нет или дом не зарегистрирован, налог на землю собственнику придется платить вдвое больше. С учетом кадастровой стоимости участков сумма получается внушительная. Дачников, членов садовых и дачных товариществ нововведений не касаются. В России сегодня 16 миллионов гектаров земли выделено под строительство индивидуальных жилищных строений. В Нарьян-Маре организованы курсы профподготовки для будущих нефтяников. Набор открыт на бесплатные курсы по 4 обучающим программам. Заявления принимаются от безработных граждан, которые готовы получить профессии операторов нефти и газа, технологических установок, обезвоживающих и обессоливающих установок, оператора по сбору газа. Получив необходимую квалификацию, прошедшие обучение смогут быть привлечены для работы на месторождениях НАО. На сегодняшний день в окружной центр занятости обратилось 4 человека из числа безработных, которые планируют пройти обучение по программе «Оператор нефти и газа». Организаторы готовы обучать в каждой группе по 10 человек в течение 1,5 месяца. Форма обучения очная. По окончании курсов выдается документ установленного образца. При наборе группы первые занятия начнутся уже в марте. Обучение будет проходить на базе многофункционального центра профильного образования «Лидер». Смотр строя и песни среди школьников прошел в спортивном комплексе «Лидер». Конкурс в этом году собрал рекордное количество участников – 14 команд, среди которых были и совсем юные из военно-патриотического клуба «Поиск» поселка Красное. Самому маленькому солдату едва исполнилось 6 лет. Чеканя каждый шаг и соблюдая интервалы в строю, более 100 ребят маршируют по главному залу детско-юношеского центра «Лидер». Организаторы смотра отмечают то, что с каждым годом участников становится больше. Растет число и представителей слабого пола. Среди них Мария Суськая. Вообще, мне нравится направление, мне нравится патриотическое воспитание. И занимаюсь 3 года, наверное. А конкретно маршировать, вот готовиться, выполнять строевые приемы я начала буквально 1 месяц. Готовиться было несложно. Все по инструкции, все четко, и поэтому было просто. Такой простой, на первый взгляд, шаг требует тщательной подготовки. А соревнования – это не только путь к победе, это еще и подготовка ко взрослой жизни. Я, например, помню свою первую зорницу в ней участие. Я еще учился после 6 класса. Я до сих пор помню, причем помню все в деталях. У меня за службу же военную некоторые моменты забываются, что чего. А вот то помню хорошо. А помогает в каком плане? Конечно, они, скажем так, это не то, что непосредственная подготовка к службе в армии. Но все-таки она дает представление, что это, как это. Уровень подготовки остается на одном высоком уровне. Ни хуже, ни лучше. Все у них ровненько идет у ребят. А по каким критериям оценивается? Оценивается одиночная строевая подготовка и строевая подготовка подразделения. Кроме строевого шага оценивалась и дисциплина строя, внешний вид, сдача рапорта, выполнение перестроев и, конечно, исполнение песни. По итогам смотра строя и песни лучшим командиром стал Глеб Кузнецов из 3-й школы. Команда ВПК «Поиск» заняла 3-е место. Вторыми стали ученики 4-й школы кадетского класса. А победителями названы ребята из 3-й школы. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».
«Готов к труду и обороне» – девиз физкультурников советской эпохи вернулся в современную жизнь, и этому есть подтверждение. В регионе состоялось награждение школьников, которые в прошлом году приняли участие в апробационном этапе сдачи норм комплекса ГТО. Золотые, серебряные, бронзовые значки юным спортсменам вручили сегодня в первой и третьей городских школах. Нормы ГТО в прошлом году сдали 100 школьников из 1, 3, 4 городских школ, школ села Тельвиска и поселка Хрута. Ребята бегали, подтягивались, метали и отжимались, пытаясь достичь наилучших показателей. Особо отличившихся в Дринмаре отправили на Всероссийский фестиваль ГТО в Белгороде, который прошел в июне. Там ребятам выпала возможность сдать нормативы еще раз и улучшить свои результаты. Этим шансом воспользовался Андрей Шитиков, ученик 8 класса первой школы. Дома он сдал нормативы на серебряный значок, с фестиваля привез золото. Я уже просто настраивался на золото, я был уверен, что я его возьму. И все-таки получилось, когда меня вызывали, золотые значки говорили, Шитиков Андрей. И у меня такая гордость была за, получается, свой город, за округ. Самым сложным испытанием в борьбе за золотой значок стала гимнастика, признается отличник ГТО. Достичь успеха Андрею помогли тренировки. Кроме того, юноша занимается тяжелой атлетикой. Хорошая физическая подготовка школьников, по словам организаторов, превзошла все ожидания. Золотые, серебряные и бронзовые значки получили 59 ребят из 100. Мы, честно говоря, не надеялись, что так хорошо эти отбегают. Мы думали, что будет похуже, но дети нас порадовали и результат хороший. Отмечу, что в прошлом году в пробной сдаче норм ГТО приняла участие только одна возрастная группа 13-15 лет. В системе ГТО это школьники 4-й ступени. В этом году сдать нормативы ГТО могут школьники с 1 по 11 класс. Ждет юных спортсменов и еще одно нововведение. Зимний фестиваль и летний. В летнем фестивале сдают кросс, как и в прошлом году дети бегали по стадиону 2-3 километра. То в этом году они в зимнем фестивале они будут бежать на лыжах, лыжные гонки. Тоже там свою дистанцию. Для каждого возраста своя дистанция. Все остальное останется то же самое. Испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость или нормы ГТО появились в 1931 году и успешно просуществовали вплоть до 91-го, а затем надолго ушли в историю. Желание популяризировать массовый спорт и плотно заняться физическим воспитанием всей страны привело к возрождению комплекса «Готов к труду и обороне». Оно началось в 2014 году. Апробационный этап продлился до августа 2015-го. Теперь мы снова возвращаемся к тому, что нация наша с вами должна быть здоровой, должна быть физически совершенной. Всеобщая обязательная сдача ГТО начнется в 2017-м. Когда программа будет полностью внедрена в жизнь, сдавать нормативы нового спортивного комплекса смогут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Ирина Цыпетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». И к этому часу у меня все. Далее прогноз погоды.